You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. Здорово. Ain't no friend of mine. Запрыгивай. Привет всем. Привет, Вань, двери вообще все. Здорово. Здорово. Оп. Всем привет. Чего так долго машина обходила? Ну что? В Калуге готов остаться? Нет. Сегодня будем футбол смотреть у меня. Потому что я буду параллельно делать монтаж, хотя сначала в кафе какой-нибудь пойти. Но мне надо вот этот ролик сегодня загрузить, чтобы посмотрели, как мы подбираем куртку в магазине у Варлуша на Вадима. Вот экспресс Вадима. 2000 рублей на 3 матча, которые зашли просто легко, непринужденно. 9694 рубля выиграл, 9700. И говорил, что у него нет куртки, блядь. Куртки нет. Я говорю, выиграешь, купим тебе куртку. Не, мы можем округлить до 2 курток. Нормально получится. Без джинсов нужно. Посмотри, он в чем. Да посмотри его куртку. А, это куртка? В ней трое умерло, я четвертый. Ношу. Включу свет, чтобы тебя лучше. О, нихуя себе, свет калужский. Включи, чтобы бомжа было видно нормально. Вот сейчас смотри. Вот сейчас на бомжа освещение падает. Мы идем в хороший магазин. Оп, оп, оп. Добро пожаловать. Вот они. Демонюги. Здрасте. Вы уже здесь? Блин, ну поздравляю. По красоте я выступил. Спасибо. Так. Привет всем. Здесь все. Здесь все. Эндрюс Марвел, Вадос. Славик здесь. Лайк, видос. О, ничего себе, рэпер новый. Как нормально. Ты? Потихонечку нормально. Это наш новый участник. Евгений. Иван. Очень приятно. Очень. Евгений. Привет, Евгений. Сварочный аппарат. Обкурил себе обзывание. Свариус, обижалиус, на комментариус. Это Вадим. Он выиграл. 9700 сегодня будешь тратить. Здрасте. Круто? Конечно. Вообще бомбарь, да? Это жена Варлуша. Ну и пусть. Это не девушка, это жена Варлуша. Не, ну я наоборот повысил. Тут девушка какая-то, мало ли он подумает, продавец. Правильно, Наташ? Мы с Евгением уже... Наташ, сейчас будем это... Деньги тратить выигранные в этом магазине. Бомбить магазин. Да. Охеренную схему, да, мы придумали, пацаны? Мои деньги ставим. Обратно возвращается через ворота. В конторе выигрываем. И конторские деньги здесь оставляем. Мы с деньгами, наши участники в одежде, блядь. Да. Буки без денег. Все грамотно. Сварной, у меня к тебе тема. Да. Ты сказал, у тебя есть экспресс, ты с этим 4. Есть такой. Я прям верю, он зайдет. Экспресс, эти 2000. Но на выигрыш нам надо будет тебе что-то купить также. Понял. Какие есть планы у тебя что-то купить? Почему лоб вспотел? Жарко в магазине. Ну, жарко в магазине. Что тебе нужно будет? Новая белая рубашка. Надо, понимаешь, чтобы пацаны видели, что деньги тратятся не в контору. Ты с ним не съезжай. Я их там, я здесь, там, посмотри сюда, посмотри туда. Да их еще и скидка 25%. Вообще как бы. Ты можешь сразу пацанам сказать, что если этого экспресс пойдет, что ты все купишь? Рубашку, что мы с ним? Две рубашки и куртку. Но самое интересное, что мотоцикл пока остается у Варлуша. Это Жибер. Жибер. Работает? Да, сегодня в магазине она работает. Опять все на работу. Съездим к нему пятерочку на днях, потому что он уже там бедный, наверное. Заработался, да. Экспресс будет такой. КХЛ завтра. Статистика, количество заброшенных шайб наиболее результативный матч меньше 7,5, то, что не забьют 8-2-0-2. И НХЛ, тоже статистика, но они играют ночью. Вот этой ночью? Нет, которая будет завтра. Завтра на послезавтра. Отлично. Потому что мы не успеваем на сегодня, на завтра. КФУ хорошие. Меньше 10,5, 2,16. 4,360. 2000. Не 20 тысяч поставил? 8,726 будем тратить в этом магазине. Заключить пари, да, нажимаю? Да. Лет 10 ей. Ну, главное, чтобы он прошел. Что ты реально из одежды хотел взять? Куртку и рубашки две. Все, тебе окей. Сказали, а то не обижай Жибера. А то заварим. Мне сказали, нахуй сварщик из канала. Тоже тебя убираем? Да? Если пишешь, чтобы он не обижал Жибера, и пишешь, что у тебя нахуй сварщик. Все? Значит, меня... Все, спасибо за экспресс. Я пошел. Где мои две рубашки? Окей, не нажали. Подожди, надо нажать, а то потом я ему торчат еще буду денег из своих. Пусть лучше буки торчат. Все. Все, окей. Все, окей. Все, буки уже торчат. Не подскажете, почем рубашечка? Здравствуйте. 1500.
Хорошо, я позову вас, когда надо будет. Ну хорошо, как хотите. Надо еще где-то пятихаточку надо. Папаша, закурить не найдется? В магазинах не курят. Да я сам тебе сигаретку дам. Помнишь, я у тебя занимал? Мы тут конторку на днях ограбили. Возвращайте долг с процентами. Держи, братан. Так вас же посадят теперь за ограбление. Мы по закону ее грубанули. Сняли фрибет и выиграли. А где фрибет? Где-где? В пизде. Ошибаетесь. Я знаю, где она. По ссылке в описании. Ну что, ты переживаешь? Да. Сильно? Немножко. Но есть такое. Думаешь? Может, все-таки нахуй айфон? Ну, я тоже так подумал. Вот смотри, я просто представил, блин, живу в общаге, денег особо нет. Куплю айфон, денег нет, и нафига. Ну что изменится-то? Лучше просто положить деньги на счет, зато ты будешь себя чувствовать более... Ну, может быть, у человека есть мечта, Андрей. Купить айфон. Да это хуйня, братан, ну ты же знаешь. Просто лучше купить там телефон получше взял, какой-нибудь 1020, можно охуенный телефон взять. И просто зато ты будешь чувствовать какую-то финансовую независимость. Не будет напрягов, не будет нервоза. Там раз что-то случилось, где-то девчонку отвел куда-то в кафе. Что-то случилось, пошел, может, там спортзал. Там еще что-то. Я тоже сам подумал. Сам думай, ну, бля, я тебе говорю, жизнь не изменится. С тобой очень хотел сильно познакомиться. Кстати... Да, я очень хотел познакомиться. Да? Вообще Андрей, прям. Андрей, сейчас спросить. Ваня тоже с выигрышем сюда пойдет. Нет, Ваня с выигрышем сюда не пойдет. Кстати, Ваня пойдет двор убирать, если двор пойдет. Ты можешь тоже поучаствовать в этом. Не, имею в виду, если он выиграет, он сюда пойдет? Нет. А почему? Ну не знаю. Ну ты хочешь то есть подвести меня к тому, что типа, а почему я должен выбирать с выигрыша, а он нет? А потому что он в случае проигрыша будет наказание выполнять. Я просто спросил. Не перебивай, а я тебе ответил. Потому что здесь не пролезут твои вот эти движения, понимаешь? Тебе надо делать для ребят интересный контент и показывать, что ты не проебываешь деньги, выигранные здесь, в другой конторе, понимаешь? Да. Ты их проебываешь в этой конторе. Андрей, я хочу сказать, смотрите, по поводу Бог троицы любит, да? Насколько я помню, это третий человек, который ставит экспресс по вашим условиям. То есть первый был из Челябинска, он выиграл. Да. Второй был из Москвы. Да. Третий выиграл человек. Еще больше. Да, выиграл еще больше. А еще больше. То есть Бог троицы любит. Я надеюсь, что звезды будут благосклонны. Я в предрассудки в такие не верю и в Библии такой заповеди не видел. А тем не менее, мы все равно будем болеть за человека. Будем. Пока Вадим меряет джинсы. Артур признается. Скажи Славному, вот если он с тобой в Таиланд зима приедет, каких чепушил он там срезать может? Самую низину. Почему? Потому что будет ниже городской канализации, и все его. Тогда будет. Не поеду. Тогда не поеду в Мадагаскар. Не, Таиланд зовет. В Таиланд тоже нет. На Мадагаскаре еще ниже. Есть желание поехать по проститутам в Таиланд? Нет, точно нет. Зачем? А тебя так потом на телевидении пригласят, как меня. Будешь интервью. Артура на РНТВ пригласили. То есть вы хотите пользоваться услугами проституток, да? Ну просто отдохнуть, проституток снять штуку. Я хочу сказать так, что мое сердце не гостиница, в нем нет номеров на ночь. Поэтому я не пользуюсь ни услугами подобных девушек. Вот смотри, на РНТВ меня приглашают, говорят, приезжайте. Корреспондент телеканала. Сниму? Снимай, конечно, без проблем. Сварной? Да. И тебя туда же со сварочным аппаратом, с электродами тоже пригласят. С электродом езжай в Таиланд. Один раз. Я подумаю, у меня будет время подумать, да? Заваривать будешь там отверстия. У меня я. А твой будет по-новому их срезать, да? Работы много будет у него? Много, ты чего, блин, непочатый край. И ночевать будет некогда, и ставки ставить. Соблазнительное предложение, я подумаю. Низы ждут. Думать тут нечего. А верхи уже с тобой, да, я так понимаю? Не, верхи это не мое пальтишко, я по низам специалист. То есть ты предлагаешь мне идти вровень с тобой? Ну, я предлагаю тебе еще ниже спуститься. Нет, я лучше повыше. Ты же заваривать нет, будешь. Нет, на ступенечку повыше. Выше не получится. Я буду заваривать, а ты будешь срезать. Чем Артур ниже тебя или ты выше его? Мы делаем ставки, а он их не делает. Мы зарабатываем деньги. Лох. Но я зато что ему предлагаю, Андрюх, если он проиграет, чтобы вы такое наказание придумали, положить его в лужу. Под голову ему положить эти электроды, пачку, вместо подушки. Хотя бы минут 5 полежать на руле. Вы обдумаете это наказание? За какую сумму? Не знаю, вас только не хватит. А что, это нормальное наказание? Я бы на такую пошел. Ну, а я нет. За сколько ты пошел бы? Я за десятку, 10 тысяч давай. Чего, долларов или рублей? Рублей, и в лужу ляжу, прямо сейчас выйдем на улицу. Я нет. Дождик идет, я прямо сейчас лягу в лужу. Я точно не лягу. Ну, видишь, это вот как человек размышляет. Кризис нужно все пробовать, да? Ладно, кризис, я пойду сниму там одного успешного, который вчера контору нагнул в кризис.
Не снимаем. Не, не снимаем. Надо снимать? Все, все, выбрали. А? Вот эти выбрали. Ну, что-то так камера наверху становится. Андрей. А, мне кажется, мы снимаем для другого, для Германии, вот этот сюжет. Ну, никак не для нас. Я не смотрю такие сериалы, которые смотрят Сваш. Вот я тебе говорил, надо ехать в Таиланд. Сварной. Да. А ты все сериалы германские смотришь. Зачем ты подглядываешь за человеком, как он... Нет, вот ты мне скажи, если ты смотришь сериалы германские, то учу тебя в товар. Нет, на самом деле все это просто получилось случайно. Я в интернете, когда набирал сайт, там была ссылка, вот на оказался спам. Да, вот это совершенно случайно. И ты залип? Ну, конечно, случайно вышло. Нет, не залип, я там минуты две, потом не знал, как выключить, и потом перешел... На две минуты тебе хватило? Да, на другие сайты. Нет, в Таиланде на две минуты максимум. Мне хватило понять, что это такое. Понял, да? Голые мужики, да? Нормальца, да? Да, бомба. Че ты стесняешься? Я не буду сниматься в ваших фильмах. Мы тебя пока фильмы еще не зовем. Вот такие кроссы. Сколько они стоят? Покажи, сколько стоит за ебал. 2600. 2600, натуральная кожа. Да? Да. На что потратил 12 тысяч, пацанам расскажи. Дома лежат, еще пока не знаю. Дома лежат? Ну, конечно. 12850. Пацаны ему говорят, ботинки купи. Можешь себе ботинки? Нет, почему, блядь? А чтобы смотивировать тебя, что ты купил ботинки, нахуй тебе деньги дома? В сервант положил? Я еще думаю. Хрустальную вазу? Ну, конечно. В банке лежат, ладно, трехлитровый. Ковры, хрусталь, телевизор, все богатство. Андрей, ну не мне тебе рассказывать, Андрей. Ну как, сейчас зима, блядь, как ты телок собираешься блазнять? Пришел с ноги. А, ты, походу, да нормально, они просто... Конечно, это эффект был. Смотрите, мачо какой. Вадим, на, одевай. Не будешь? Они же будут. Я за этим сюда еще пришел. На, убирай свою. Нет, мне такие. Зачем это принесла голова бородатая специально померить? Кому принес-то варлуш померить? Ну кто нас любит в Таиланд? Красиво. В Таиланд с собой взять предлагаю. Так, ладно, продолжаем собирать лук. Ты уже с Артуром уже смотрю вообще, да? Чуть не в обнимку сидишь. И все, и нормально, не напрягается. Кричит, что по роликам лицо серьезное, сейчас убедился, что это не так. Правильно, Вань? Ну не до конца еще убедился. Знаете, чему Артур удивляется? Что у варлуши вся голова в бороде. Посмотри. Смешная херня получилась. Сколько душ загубил Варлуш? Что он передумал уже насчет айфона? Может быть, даже в Таиланд. Если ставка пройдет с Артуром, полетим в Таиланд там. Что будешь делать? Просто в море купаться. С Негритовской познакомлю его. Нет, я опасаюсь. Что будешь делать с Артуром там, в Таиланде? Достопримечательности смотреть. У Артура достопримечательность? Не, ну серьезно? Он мне экскурсию проведет. Покажешь ему экскурсию, свою достопримечательность. Обязательно. Слушай, Вань, ну серьезно, от айфона отказываешься, полетишь в Таиланд? Скорее всего, да. Блин, отличный мысль. Тогда будем тем более болеть за этот экспресс. А ему хватит 100 тысяч? Нигерджаны ждут тебя. А тут добавит, если что. Да мне, конечно. Я не добавлю, прокурор добавит. Ну ты там что, все ширинку застегиваешь? Смотри, как Ваня переобулся. Даже, знаешь, Андрюш, сотки ему много будет. Он, видишь, как нигерджанам будет. Все равно тебе не обязательно в Таиланд, просто можешь куда-нибудь съесть отдохнуть. Да, я тоже так думаю. Пацан, напишите в комменты, куда он за 100 тысяч можешь летать отдыхать. Мне есть что скрывать, как и всем, но все изменилось в корне. Корни. Популярная штука такая, давай пиши новый коммент. Так много надо успеть сделать, пока я не помню. Пока я не помню. Все или ничего, на топливе не экономим. Скрывай свои карты, там сердце на пике. Ведь нужен тебе, когда есть бабло и когда я на пике. Миллионы моментов, я давал тебе все, забудь не вопрос. Но я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз. Снова трек о чем-то, мрачный рыбачок. Мир катится к черту, жизнь бьет ключом. Пусть большие цифры падают на счет, пусть падают еще. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку. А
я кричу, кричу шнырям. Пускай лежат еще недельку. В общем, вот это ему понравилось, он сам все выбирал. Да. Да? Напишите в комментах, пацаны, нормалек, нет. Какой лук вам больше всего понравился? Да. Ну, он сделал свой выбор, потому что ему же ходить, а не вам. Если видите такого пацана на райончике, вы с ними связываетесь. Владимир Вольфович. Да-да. Куда нужно потратить ему 100 тысяч? Ответьте нам, пожалуйста. Ну, вообще, я отдыхаю всегда в российской стороне. Подождите, подождите, подождите. Без микрофона вас не слышно, Владимир Вольфович. Владимир Вольфович. Да. А что ты сразу хотел взять? Ну, вообще, я отдыхаю всегда на российской территории, так сказать, патриот страны. А вот человек молодой, пускай посмотрит весь мир. Это его право. Недавно опубликовали в прессе фотографии, где вы со шлюхами на яхте были. Ну, с кем не бывает, но был грех. Не в России. Ну, был грех, ну что, ну, как бы попробовал такой, да. И это не монтаж, ничего, да, действительно был я. Понравилось? Очень понравилось. Хочу в следующий раз тоже сделать. Да. Я думал, меня там никто не видит, а все заметили, все папарацци, все камеры, все запечатлели. Так это ж вы сами снимали на телефон, потом выложили спиал. Нет, не я. Это, видимо, кто-то мой из охранников. Надо посмотреть и уволить кого-нибудь. Уволить эту мразь. Конечно, однозначно, все подонки. Все, выруливаем. Пойдем. Так, ты еще к нам подходишь футболец смотреть. Ребят, в следующем выпуске вы увидите, как мы смотрим футбол, переживаем за его ставку. Там, кстати, для ваших жен еще женская есть. Вот, можно даже спросить у Натальи. Наталья, жены, если игроманов будет приходить, примет? Скидку сделаешь? Обязательно. Все, скидка будет. Посмотрите, сколько здесь обуви, всех движух. Шматья тут очень много, в общем. Да? Артур! Негритовскую тебя нашел. Красава! Как это красиво. Не, ну я Ваньке пообещал подогнать первую. Даже в Таиланд следить не надо. Кому? За косарь поцелуешь ее в губы? Нет, конечно. Точно нет? Точно нет. Ну тебя спрашивать не буду, ладно, ты молодой еще. Скажут за совращение 19-летний. Не, что, нормально выглядит. Можно следующий выпуск не увидеть. В Таиланд полетишь? Полетели вместе. Она отвернулась, тебя, видишь, не интересно. Ну, а я бы даже билет бы ей оплатил. Бери под руку ее. Все, бы тащили. Так как она подготовилась. На Таиланд полетим. Красиво, да? Я бы взял бы ее в Таиланд с собой. Ну, кричит, модель. Кричит, я остаюсь здесь. Ну, ничего. Хорошо. Жалко тебя, конечно. Мразь. Не, ну не так делаем. Вот так взяли, вот так. О, ничего себе, вот это армянский движение. Ты видел, да? Прикольно. Вот такие дела. Я это... Наташка твоя будет тут ролик снять? Наташ, если ты видишь, он сейчас с манекеном вытворял. Она не ревнует к пластмассе, братан. К пластмассе ревнует. Негритоску удивилась, что сделать человеку в бороде. У меня идея есть. Чего? Пластмассовый можем с пластилиновым познакомить. Можно, да, надо в следующий раз познакомить. Все, парни, мы выруливаем. Вот уже вечереет. Ролик увидите опять же сегодня. У нас только актуальные видосы. Давай, Дим. Ну, вы в контору, да? Конечно, ну, правда, ну естественно. Правда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Иначе пизда всем будет. Гопник стоит от вас. Все, давайте. Что, счастливо? Все, ребят, всем пока. Все, всем пока. Да, завтра выйдет выпуск о том, что происходит с этим парнем. Убирает ли он двор, забирает ли он столько солей. Все. Пока. Снова трек о чем-то, мрачный рыбачок. Мир катится к черту, жизнь бьет ключом. Пусть большие цифры падают на счет. Пусть падают еще.